Okay, we know that Jesus said that. Иисус сказал, что если мы в Новом Завете, если мы друг друга любим, то мы исполняем тем самым закон. Если вы в браке находитесь и вы живете по Новому Завету, все же это не значит, что все вам разрешено. You know, in every house, when you have a good family life, все равно, даже если у вас хорошая семья, должны быть какие-то правила, на которых она основывается. Несмотря на то, что мы новозаветные христиане, все равно нашей семье нам нужно основываться на Писании, чтобы у нас был определенный образец Писания, как нам относиться к нашей жене, к нашим детям. Опасность того, что мы можем впасть в законничество, не означает то, что мы должны отказаться от закона. В любом месте, даже, например, на вашей работе, могут быть определенные правила, которые делают вашу жизнь лучше, они помогают. Основываясь на благодати, мы более простительны друг к другу, мы относимся друг к другу с большей милостью. Господь Иисус, конечно, освободил нас от закона, но с Ним у нас появляется больше сил исполнять закон, который Он нам дал. Потому что принципы, которые мы называем законом в Ветхом Завете, на самом деле созданы для нашего же блага.